вот два БТРа. Второй раз я вам обещал, как БТРы будут плавать через реку. Вот один пошел, товарищ. Сейчас мы поплывем тоже через дислокацию. Я готова грести. Ну, с Богом. А мы пробки-то там закрыли все? Надеюсь, закрыли. Но они закрыты. Гребите. Были. Гребите. Гребите. Саня, греби давай. О, активнее гребите. Нам на ту сторону. Так. Сейчас мы выравниваем. Ну вот, наши друзья вылезли. А мои друзья налегают на весла. Веселее, давай, 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 наяривай. Проплыли почти вон через всю канду. Еще немножечко, еще чуть-чуть. Нам только цепануть берег надо. О, у нас уже... Вот, мы, как говорится, выехали. Молодцы, паникеры! Поплыли. Блин. Ну вот. Вот мы выехали с пустыни. И едем. Нас ждут великие болота. 10 минут паники и все. Вот мы и приехали к первой дислокации. Вон там впереди виднеется офигенная лужа. Сейчас мы начнем. Тут сухо, да? Маленький эксперимент на таком БТРе с гусеницами, с мужиками, охотниками, рыбаками и прочее. На всякий пожарный случай вы видите его первый-последний раз, а там как повезет. Сейчас мы поедем вперед. Yeah.
Выключай, Саша. Вот один БТР застрял. Что тут лучше спрыгивать? Вот тут еще на кочке, может, сухо, а там уже. Ну я так кочки говорю. И мы проехали, ё-моё. Дань, что ты по этому? Вот сухо же прошел я. Вот такие пироги. Сейчас будем вытаскивать. Вот мы сейчас будем делать вещи. Вытаскивать моим БТРом. БТРа Ивана. Будет сейчас шоу. Вот, цепляем две лебедки за лебедки. Сейчас буду показывать тут. Шмот номер два. Да, вот, что-то вроде не сильно болото глубокое. Все, ребят, расходитесь. Все, двумя лебедками пошли. О, отлично, отлично. Вот все. Да, все-таки в няше тяжеловато идет. О, еще прям чуточка осталось. Ваня, посмотри, а то обратно зажмет. Выбрались. Вроде бы доехали до какого-то озера. Почем мы только не ехали. Видите его заново. Там такие болота. Ты про навигацию-то расскажи. Как в Калифорнии, Атлантический океан. Как вам? Вот сейчас мы поедем дальше смотреть. Еще и не туда. Че, не туда? Не дрить тело заново.
Не то озеро, не та рыба здесь. А так-то место дикое, вообще кайфовое. Если бы знать, что здесь еще... Тихо, дикое. Дикое, я говорю. Если бы знать, что тут рыба ловится. Да я бы тут остановился. Проехали почти 30 километров по этим болотам. Ой, господи. Заехали бегемоты в болото. Что там, все? Нам туда? Нам направо. Ядрить его заново. Не туда повернули, а у нас трофей вот. Пипец, по таким буеракам. Раком, раком, буеракам. Ну, в общем, как-то сейчас будет. Да, развернуться мы развернемся. Покажу хоть на чем едем-то по этим болотам. Ё-моё. Короче, ребята поехали, и мы сейчас следом за ними. И мы сейчас на нашем бэтере. Ну ладно, до связи. Начну вот с этой картинки. Мы, короче, заехали вот в такие буераки. Показываю, что тут за самодельный мостик такой. Вот. Доехали мы до этого мостика. И что-то там подходили, посмотрели. А болото, смотрите, какое. Оно ж застоявшееся. Здесь, наверное... Утонул не один охотник, блин. И рыбак в том числе. Ё-моё. Жуть наводит это болото. И мы, короче, решили остановиться. Что-то, конечно, мостик этот... Ой, вроде бы ничего. Если сюда, конечно, свалиться. Вот в эту болотину. Да, болотоход можно просто оставить тут и идти пешком домой. Люди тут сделали мостик вообще... По-человечески. Короче, картинка зашибись. Мы тут проехали по пенькам, по буеракам. Ядрить его заново. Пока думаем, соваться ли дальше. Ну, вот. Наше первое пристанище. Напереди у нас встретилось большое дерево. Нам надо его зарезать. Спилять. И проломить себе путь. Вот это мы сегодня утром путешествуем. Сейчас мы пропилим себе дорогу и поедем дальше. На двух наших. Ой. Да. Утро. Сколько? 5 утра только. 6. Ну ладно, поедем дальше. Сейчас мы выехали на профиль и попытаемся выехать отсюда. Выехать? Смотрите куда или откуда. Так, держись за зеркало. Все, он, улыбнитесь. Он на него и на себя. Да. Чиз.
И сейчас мы развернемся и поедем на ту сторону, точнее поплывем. Вот там город Курай. Поплывем прямо по воде. Эксперимент прошел удачно, нигде не засел, любое болото брал, вообще супер.